began as an engineering student. Перед тем, как я расскажу, как функционирует футбольный клуб, я расскажу пару слов о себе. Сначала пытался стать инженером, из этого ничего не вышло. Пошел бесплатно работать в один из бейсбольных клубов. Это самое лучшее решение, которое он принял в своей жизни, заняться именно спортом профессионально. И если посмотреть, то очень много разных видов бизнеса окружает спорт. Это и строительство стадионов, это и медиакомпании. И посмотреть на то, сколько людей каждое утро разговаривает о спорте, это количество все время увеличивается. Самый маленький источник дохода приходит от билетов, 50 миллионов фунтов, но это самая потенциально растущая категория доходов футбольного клуба Манчестер Сити. 120 миллионов клуб получает от спонсоров, и всю остальную часть клуб получает от продажи медиаправ. Поэтому очень много операционной работы вокруг вот этих трех источников дохода Манчестер Сити и очень большое количество людей трудится. У нас есть компания людей, которые делают холодные звонки, так называемые, в компании, назначают встречи различным людям из этих компаний и просто для начала узнают, чем дышит и чем живет эта компания. После того, как мы узнаем о том, что происходит в этой компании и какие фокусы, какие приоритеты у нее, мы дальше уже можем сделать определенный подход к ней и попросить какой-то руководитель или менеджер компании презентовать нашу стратегию и наше, так, видение на спонсорство и как эта компания может сотрудничать с Манчестер Сити. Есть ли еще какие-то средства коммуникации с болельщиками и планируете что-то еще запускать в ближайшее время? Как ни странно это звучит, но очень много коммуникаций проходит через телефон или через имейлы. Мы смотрим на то, кто у нас отвечает на телефонные звонки и кто пишет имейлы. Мы следим за тем, чтобы обслуживающий персонал был очень вежливый перед нашим болельщиком. Мы делаем различного рода интервью, показываем разные репортажи после матча и о том, как команда приезжает на игру за день до матча, как она проводит время в гостинице. Соответственно, это все вливается в создание CCTV, которая дистрибьютируется также на официальном сайте футбольного клуба, продается другим каналам, другим медиаорганизациям. И с помощью CCTV мы уже можем доносить определенную информацию, которую мы хотим, до нашего болельщика. Манчестер Сити, несмотря на многолетнюю свою историю, только, как вы правильно заметили, 5 лет назад пришли футбольным меркам большие деньги, и клуб стал покупать игроков и старается вот там войти в топ лучших. И, ну, наверное, это не самая лучшая репутация. И скажите, считаете ли вы это проблемой сейчас? И если да, то как вы, собственно, пытаетесь нейтрализовать такую фанатизм? Выигрывать матчи, быть успешными на поле, быть успешными с нашими болельщиками, с нашими стейкхолдерами, с средствами массовой информации, со спонсорами. Если в этих областях мы будем успешны, то тогда, опять-таки, вот тот имидж, про который вы говорили, негативные или выскочки, он уйдет, и мы как раз и станем тем самым клубом, о котором мы мечтаем, чтобы люди думали о футбольном клубе, они сразу говорили Манчестер Сити. Уже сейчас мы видим то, что количество болельщиков, которые приходят на стадион, которые следят за матчем Манчестер Сити, это количество увеличивается. Мы выигрываем матчи, становимся лучше на поле, поэтому изменения есть и изменения к лучшему. Если сказать, что в Америке и в России разные культуры болезни, а не могли бы вы рассказать о том, какие вы видите плюсы и минусы в работе с той или с той другой аудиторией, или коли вам было перестроиться? Он вырос в Бостоне, и там было 4 команды, которые он поддерживал, все из разных видов спорта. Поэтому тут можно сказать, что он поддерживал Бостон,
спортивную организацию. А в Англии все по-другому. Если человек болеет за футбольный клуб, то вряд ли он будет болеть за баскетбольный клуб. Может быть, да, две команды, но то, что он будет сразу болеть за три или четыре команды, такой навряд ли. Поэтому в связи с этим можно сказать, что болельщики английские, они более, скажем так, страстные и больше отдают себя футбольному клубу, нежели в Америке болельщик будет отдавать себя тому или иному спортивному клубу. Если бы был выбор между самой слабой командой и любимой командой, допустим, личное предпочтение, вот что бы вы выбрали? Выбрал команду, которая ему больше по душе, это Boston Red Sox. Только потому, что он уже работал в тех лигах или командах, где было очень много вызовов. То есть Манчестер Сити, это хоть и считается большим клубом, где много денег, но очень много вызовов. Но он бы хотел бы поработать в атмосфере, когда он работает на клуб, за который болеет с детства. So I'd like to say thank you to the staff and all the students at RMA. It's been a pleasure to be with you today and to be here in Moscow. And I think you've all chosen an exciting career to an industry to get involved with. I wish you all the best, and I hope that you continue to watch Manchester City and enjoy your careers in sports. All the best, and thanks again.